Отлично. А то выглядит со стороны, знаешь, непонятно. Они что-то там бегают, играют, и ты такой стоишь вот. Вот-вот. Нам придется потом объяснять, что это было. Это игра, это средневековый футбол. Ну да, ну да. Так, все. Начали. Только не отбейте себе ноги, пожалуйста. Игра, 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 игра идет. О, канава, это наша любимая. О, ничего себе! Нифига себе! 1-0, поменялись местами. Мяч пропустившей команде. Это было офигенно. Еще с такого расстояния. Не-не-не, мяч пропустившей команде. 2,5 минуты. Еще. Раз, два, три. И был бы сразу гол. Вот это. О! Стоп! Вбрасывание. Девочки, помогите, пожалуйста, тоже. Если что, мяч к вам укатывается, вы его это... Вбрасывание в центре. Играем. И на ногу. О-о-о-о! Все. Ботиночек остался. Стоп. Аня. Сначала потеря ботиночка, потом потеря носочка. Потом потеря... Все, все, все. Настя. Потом потеря потерь. Даем дополнительное время на носочек. Так, вбрасывание. О, мимо! Или как комментируют в футболе? И пас, и блестящая передача! Ничего себе! Минута 20! О, еще такой разбег был перед ударом! Но отпустили пояс! Не будем засчитывать, если будет отпускаться пояс. Так я отпустилась пояс. Ну да, ну перед ударом ты отпустил и ударил. А, да? Да. С вами я, комментатор Игорь, и мы ведем прямое включение с нашего чемпионата по средневековому футболу. Пас, пас, передает девочка куда-то, ее пропускает мирок, мяч теряется в платье. Платье, и кто-то подхватывает под платье и бежит. И нет! Еще до конца играем, играем, играем. Нет! Ноги, руки. 40 секунд. Стоп. Стоп. Репейное поле. Только не бросай в терновый куст. Ай, осторожно! Нет! А-а-а! Как оно было близко! Ай, побежали в обратную. Ать! Еще, еще играем! 20 секунд! Нет! А! Офигительно вообще, просто офигительно! Последнее вбрасывание! Последние атаки! Руки, руки за спину! Еще! 10! Игорь, давай еще раз, последнее вбрасывание. Так уже ж было. Давай. Ну давай еще раз. Мне тоже понравилось. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Один! Штанга! Стоп! Конец матча!